Бьют тревогу и переживают за экологию не только работники профильных организаций и борцы с коррупцией, но и защитники природы. Один из них прислал в популярную социальную сеть видео с пеликанами, снятое в селе Смирново Акаинского района. В качестве места временного обитания там они выбрали свалку. В комментариях под видео и фото разгорелся спор о том, кто должен отвечать за диких птиц, которым сейчас, возможно, угрожает опасность. Пеликан. Птица достаточно выносливая, и Северный Казахстан не единственное место ее обитания. Скорее всего, эти птицы остановились у нас на некоторый отдых. Вот. Касательно питания, пеликаны питаются только рыбой. А бытовыми отходами, зерноотходами или мусорным пакетом птица питаться не будет. Данная ситуация находится на контроле. Служба охраны на территории Акаинского района ведет постоянный мониторинг, чтобы, не дай бог, никто не обидел. Ну и в случае необходимости будет осуществлен